Приветствую вас на канале HardReset.info, и сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S21 перейти в безопасный режим. Для этого в первую очередь удерживаем кнопку включения, и после того, как появляется меню включения телефона, задерживаем палец на кнопке выключения, и после этого нам предлагают переход в безопасный режим. Тыкаем еще раз, и после этого устройство будет перезапущено в безопасном режиме. И как видите, надпись в левом нижнем углу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением тому, что мы находимся в безопасном режиме. Если же вы хотите выйти из данного режима, просто перезапускаем наше устройство, и после этого оно будет перезапущено в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!